умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник». В 1937 году, на пороге Второй мировой войны, 32 страны собрались для того, чтобы решить проблему беженцев евреев из нацистской Германии. И только одна из них изъявила желание принимать людей, находящихся в смертельной опасности. Цивилизованный мир того времени проявил равнодушие, результатом которого стал Холокост, унесший жизни 6 миллионов евреев. В наше время мы стоим на пороге новой катастрофы, и угроза существования Израиля никогда еще не была столь реальной. Современный Аман в своих планах не оставил ни малейшего шанса для Божьего народа. Мы знаем, что не дремлет и не спит хранящий Израиля. Но бодрствуем ли мы? Что станет со всеми нами, если мы уйдем от ответственности за происходящее сегодня? Отмолчимся, сделаем вид, что ничего не происходит, и предадим не просто Израиль, но того, кто избрал этот народ. Нам отвечать. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалим славой на земле. Присоединяйтесь к международной молитве за Израиль в субботу, 29 сентября, в 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени, прямой трансляции на телеканале «Импакт». Молитвенный вечер пройдет в Сакраменто, в Trinity Life Center по адресу 5225 Hillsdale Boulevard. В программе вечера доктор философии по еврейской Библии Иосиф Лозовой, доктор теологии Игорь Билас, исполнительница еврейских песен Светлана Портнянская, хор «Кредо», группа «Истинный путь», детский хор и другие исполнители. В субботу, 29 сентября, в 6 часов вечера, в Trinity Life Center, в прямой трансляции, телеканал «Импакт». Также пригласите своих друзей, чтобы мы все вместе одновременно соединились в единой молитве о мире и благословении Израиля.